утро, дорогие подписчики и любители копа. Я снова здесь и снова с вами. Блин, погода пасмурная. Ехал сейчас вот на автобусе. Немножко изморозь идет на стекле. И дорога мокрая. Насколько погода поменяется, даст она мне копать или нет, не знаю. Иду. Сейчас вот на поле выйду. Начну. Будет сильный дождь. Свернусь, домой поеду. А пока... Пока-пока. Не переключайтесь. Смотрите. Косули, вот смотрите, вставлю. Три штуки поднял вот здесь вот, пока камеру достал. Не спешат уходить. Видите? Поле заросшее. По картам тут ничего нету. Ну а по факту, блин, я вот нашел монету. Пробитая, правда. И прям в центре. Номинал ни хрена не узнаешь. Можно только догадаться, что это за монета. Но мне такие не попадались, по-моему. Может, какой-нибудь ор или мор, там что-то типа этого. Похоже, здесь был дом, потому что мусора много. Железки пошли, звенит все. Попробую походить здесь. Сейчас схожу по полю. Тут такие вот горки. Но сигналов никаких нет ни хрена. Вот один единственный сигнал хороший. И эта серебрушечка выпала. Немножко я ее по борту рубанул. Так, это у нас Эльбергрош, наверное. Сейчас посмотрим. Еще. Нет, Монтанка. Трехгрошовик. И убитый совсем. Ничего не видно. С одной стороны так более-менее чуть-чуть. Ладно, второе серебро в этом году. Что, опять копаю на этом поле, где попадались у меня ядра. В этот раз, видите, большое попалось. Вчера три штуки маленьких выкопал, сегодня большое. И это с отверстием, которое забираем, зачетит сегодня. Первое ядро и такое большое, нормальное. На этом поле монеты нечастые. И вот какая-то выпала. Сейчас я ее... Что-то отверстие, наверное. Может быть, это и не монета, это жетон. Сейчас я попробую почистить, покажу вам. Немного помыл, насколько смог. Ну, это какой-то... Либо медальон. Плохо просматривается. Вот эта сторона вроде получше. Может быть, это арабское что-то. Но так не очень видно. Так что, может быть, кому что попадалось такое похожее, подскажите. Вот эту огромную яму выкопал. Выкопал еще одно ведро большое. Итого у нас за час я накопал два больших ядра и четыре маленьких. Я думаю, на сегодня хорош, потому что дождик собирается. Буду собираться домой. Еще время будет, еще сюда попробую. Приду покопаю. Всем пока-пока. Такой мне первый раз попадается. Это у нас осколок от... ядра. Причем он, видите, это была бомба, внутри полая была,
И вот она. Либо она ударилась, а что-то раскололась. Скорее всего. Больно аккуратно так. Но осколок, а тут четвертинка ядра. Блин, и вот она мне нахер не нужна. И выбросить жалко. Ладно, посмотрим. Заберем, а потом, если еще, выкинем. Такая необычная находочка. Осколок от ядра. Первый раз мне такое попадается. Вчера буквально час я покопался, успел до дождя. Сегодня вот, смотрите, на одном месте вот раз, два ямка, три ямка. Вот там четыре. Прямо на одном месте четыре ядра. И четвертинку вы видели. Ну и вот такая вот шрапнелька попадается крупная, ровненькая, хорошая. Собираем. Хожу немного, ну минут 40 максимум. Уже столько находок, как бы домой тащить, машину не вызывать. А это уже больше похоже на подводный коп. Смотрите, сигнал был вот, так, вот на такой глубине, ну в смысле воды. А выкопал яму во какую. Сантиметров, наверное, 40. Ну, правда, нашел. Под водой уже сигнал теряться начал. Катушка не видит. А выкопал вот такую фигню. Наверное, оцинкованная пластина. Да, скорее всего. Вот так бывает. Только поговорили, что гранаты попадаются не взорванные, ну может быть разбито это, видите, половина ядра, вот такая вот штучка попалась, но не пустые всегда, я вот сколько уже находил, всегда пустые, ничего внутри нету, либо это, не знаю даже чем объяснить. Вот оно ядро, половинка ядра. Такие у нас находочки сегодня. Четвертинка и половинка. Выкопал кусок цветной камнюшки какой-то, выкинул. А вместе с ней, смотрите, орешек грецкий, целый. Но он, видите, как будто набух. Может быть, прорастет, дерево будет. Назад закопаем, пускай плодится и размножается. Кажется, пуговица. Единственное, не знаю, хорошая или нет. По-моему, лысая. Ну, целое, сухо. Забираем. Ну вот, сегодня тоже неплохо я покопал, часа два, наверное, из находочек у меня вот таких два антуражных ядра. Вот она либо расколотая, либо взорвалась. И чугунные шесть штук. Шрапнельки немножко тут, пять штук. Сейчас покажу, что у меня сегодня. Немного, но есть. Это вот у нас угрички, три штуки. Вот и вся добыча сегодня. На сегодня хорош. Всем пока-пока. Смотрите видео, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии.